День Святого Валентина в Черногорском ЗАГСе проходит в суете. Пары, желающие связать свои узы браком, идут одна за одной с самого утра. Новобрачных ждет сюрприз. К поздравлениям от родных присоединились воспитанники реабилитационного центра. Пусть будет на двоих у вас желание, и все они сбываются всегда. Дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, пришли с подарками. Делали своими руками. Цель визита ребят не только порадовать молодоженов, но и своими глазами увидеть, как рождаются новые семьи. Это совместный эксперимент воспитателей центра и директора Черногорского ЗАГСа. Проводя реабилитацию, мы используем различные технологии и методы приема. И для того, чтобы как-то показать детям, вот на что вот именно имеет, какое значение семья, сплочение семейных уз, мы решили вот это использовать, чтобы дети видели, а как вот это начинается, с чего происходит.